В Пекине продолжается зимняя Олимпиада. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина выиграла медаль Олимпиады впервые с 1968 года. Наши спортсмены получили серебро в смешанных командных соревнованиях. Российская команда в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Авакумовой и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу в состязаниях одержала сборная Словении, а бронза досталась команде из Канады. Еще одну олимпийскую награду завоевал российский сноубордист Виктор Уайлд. Он получил бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. Это одна из дисциплин в соревнованиях сноубордистов, когда два спортсмена одновременно на высоких скоростях преодолевают большие расстояния между воротами. Золото в параллельном гигантском слаломе забрал австралиец Беньямин Карл, а серебро выиграл Тим Мостняк из Словении. На данный момент российская сборная находится на третьем месте в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля.